Северо-запад России вот уже вторые сутки находится во власти непогода. Из-за непрекращающегося сильного ветра и снегопада не принимает и не отправляет самолет аэропорт Мурманска. Закрыто движение на нескольких областных и федеральных трассах. Водители просят воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Впрочем, даже выехать на дорогу сейчас большая проблема. В Североморске из-за заносов автомобили скорой помощи добираются к пациентам с трудом. Северный циклон задел краем и столицу, правда, метель продолжалась меньше часа.